Я научу вас, как готовить мороженое. Мороженое или бананы. Мороженое не очень полезно, бананы полезны. Я научу мороженое или бананы. Первое. Берем бананы. И кроме банана нам ничего не надо. Берем дощечку. Режем бананы. В зависимости от того, кто сколько съест. Я себе сделаю 2. Все это ложим в чашечку. Второй банан. Это мороженое можно есть каждым людям. Каждый тех, кто худеет. Берем нарезаем мелко. И бананы. Ну что, час прошел, продолжаем, берем блендер и бананы, и все. Достаем бананы с холодильника. Бананы у нас заморозили. Все это блендер перемещаем. Ничего не добавляем, ни сахара, ни никаких сиропов, только бананы, блендер и все. Но для тех, кто на массе, можно добавить сюда скуп протеина, обезжиренного молока, будет больше белка. Но так как у меня сейчас спортивное питание не употребляю, будем есть одни бананы. Так, ну и взбиваем где-то минуту. Так, какая вкусняшка получилась. Вложим это все в чашечку. Вкусняшка.
Ну что, всем приятного аппетита. Если ты еще не подписался на канал, подпишись и за лайками не скупись. Всем пока!